Всем день добрый. А я вот тут по своей задумке, по тому, что меня подтолкнули к этому, есть и такие люди, снять фильм. Снять фильм решено было, как бы вот этот второй, то есть там вот «Такси 2», да, есть фильм там, ну, прочее, там выпускают первый, да, вариант, там понравился, ага, выпускаем второй. Вот там пускай будет, как говорится, «Такси 2», а у нас, как назвать-то его, а? Думаю, назовем-ка мы его «Антибритва 2», а? Ну что ж, погнали. На данный момент у меня готовые, полностью изготовленные два ножа. Система, как там и правильно сказать, кинематика. Опять же, фрикционные ножи. Сталь использовалась в главной роли, то есть участвовала сталь У8А, кованая, пакетная. И G10, стяжки нержавеющие. Ну, в принципе, в основном-то и все. Так, правый, левый, правый, левый. Как книгу. С левой стороны. Да, захотелось мне чего-то такого тяжелого, мощного. Такого серьезного, прям вот, прям что... Бомба. Ну, бомба это, конечно, не назвать, но все же. Вот такой вариант. Да, была мысль у меня клипсы сделать, но... Для этого нужно реально желание. То есть искры не проскочило, клипсы нет. Вот такие вот ножишки у меня. Только что вот заточил. Вот так открывается. Можно потуже, можно послабже сделать. Все зависит от того, как вы винт этот подвернете. Потому что там шайбы стоят латунные 0,2 мм. То есть 0,2 мм. И они создают эту плавность хода. Вот так вот опять это все грубо. Опять все серьезно. По-мужски. Вот. Сразу, пока показываю с торца, давайте скажу пару слов о том, что меня сподвигло сделать именно вогнутость. То есть вогнутость именно такую, а не какую-либо еще. То есть, если бы данное изделие делал ножевщик, то есть шлифовщик по ножам, то он бы сделал это в стандарте, то есть там с минимальной вогнутостью, и в итоге получился бы что? Правильно, колун. Чтобы колун не вышел, я сделал вот эти вот, как там, ножевщики, как называют? Спуски. Сделал на оборудование для бритв. Да, конечно, я их не вытягивал, как бритву там нет. И мог бы вообще сделать прям лепесток такой конкретный. Но сделал это потому, чтобы просто нож резал, а не был колуном не только для дров. Как бы вот так. Вот. Этот вариант можно затачивать вот отсюда. То есть, как говорится, от обушка. Но я ее заточил с чуть большим зазором. Потому что это не бритва. Там должна быть идеальная геометрия. Просто идеальная, если делается бритва. Это нож. Поэтому не стал затачивать эту бушка, хотя она очень на это напрашивалась. Ну, с фантазией, конечно, вы видите, у меня вот ручка вот такая вот. Тут наискось. Вот эти вот как бы вот так вот они расположены. А там поперечные. Ну да, с фантазией у меня, конечно, не айс. На складывание. То есть, что хотите делать, вы его не сложите. Рычаг конкретный. Не вот такой вот, как обычно делается, вот, чтобы пальчиком придержать. Там вот так вот. Во. Вот тут я его могу вот так вот подсложить. Если бы здесь был бы рычаг. Так как рычаг вот тут. То есть, его, вот, ну, примерно, я не знаю, вот вы режете, вот. Все. Глухой номер. Вообще никак просто не сложится ему. Вот этот G10. Вот так вот он в сложенном состоянии. Не скажу, что он тяжелый, но в руке я его ощущаю.
Это не какая-то такая няшевая штучка с ручкой, которая бы вот вообще прям была воздушной. Нет, здесь я его чувствую. Но он не тяжелый, но я его чувствую. Это что есть, то есть. Вот. Заточил ножи, как обычно, чтобы брили волос. Но при заточке красная, с красной ручкой варианта более острым заточился. Более такое прям. То есть как более. Ну вот сейчас этим вот ножом можно в легкую побриться. Вот так вот он заточен. Вот. Тут я. Давайте посмотрим разницу. Поставил втулки. Втулки. Но втулка вот тут вот с болтами. Разборная. Здесь она тоже разборная была бы. Но если вот найдете теперь за что зацепиться. Потому что это стяжки, у которых шлицы под отвертку, потом они стачиваются и заполировываются. Здесь нет. Вот как бы так. Сзади одинаковые тоже стяжки, у которых шлицы сточены впоследствии. Итак, вот видите, здесь поперечные вот эти вот. Чтобы он в руке приятный был. Ну и чтобы рисунок вот G10, как говорят ножевщики, вскрыть. Вот, вскрыть и показал вот такой рисунок. Вот так. Тут без дала. Там вы можете наблюдать с далом. Тут без дала. В остальном геометрия похожа. Хотя здесь вогнутость более широкая. Но с той же геометрической вот этой пропорцией. Тоже может затачиваться от обушка, но заточил с легким приподнятым. Вот так вот, слегка приподнятым. Нет, на руке уже волос не осталось практически. Ладно. В общем, бриться ей можно. Но это нож. То есть можно, но не нужно. Но в случае, если вдруг очень захотелось, да. Вот такие вот варианты. Также сильнейше держит просто вот этот вот рычаг. То есть, если клинок уж серьезный, значит, рычаг должен быть серьезный, это как по мне. Также латунные шайбы, что позволяет, то есть, ходу быть мягким, плавным и регулируемым. Вот такие вот у меня на сегодня варианты. Ну что, в принципе, это все. Что по бритвам? Может, кто-то меня спросит. Не спрашивайте. По бритвам ничего. Там все по-старому. Там все по такому процессе ожидания. Ожидание, когда склад чуток опустеет и сразу же за работу. Было также предложение, Вадим предлагал сделать Черную пятницу супер распродажу. Но я это делал, в принципе. Просто называлась там акция в разделе акции. И по ходу об этой акции знал только я. Поэтому у меня нет такой вот массовости. То есть вот этой вот. Я не могу крикнуть так, чтобы услышали все. Если я сделаю эту акцию снова, то узнают максимум 1, 2, 3, там 10, пускай только человек. Все, все остальные просто не услышат и не узнают об этом. Поэтому у меня как-то это не катит. Вот. Ну и ладно. Как говорится, судьба, как говорил один комик, судьба. Ну и все, в принципе, следующие мои работы будут снова ножи. Ножи будут там, ну как я рассчитываю, то есть это я предполагаю, Бог располагает, правильно? Это будут финки НКВД без упоров, такими мощными клинками. Наверное, так, но пока еще не бритвы. И поэтому встречайте новый квест, или как там правильно это назвать, это такой момент, антибритва 2. Встречайте на своих голубых экранах. А я на сегодня все. Сейчас тут выгребу грязищу и буду собираться ближе к дому. Все. Было приятно увидеться, похвалиться, ну и вообще поздоровкаться. Всем пока. До увидания.